Большая часть инициатив, озвученных президентом в новом послании, направлена на развитие инфраструктуры в селах. Пути решения поставленных задач рассмотрели сегодня на расширенном заседании партии АОЛ. Ее члены выразили готовность поддержать проекты аграрной сферы. Члены объединения отметили, что сегодня особо актуальны вопросы возврата неэффективно используемых земель в госсобственность, развитие сельскохозяйственных кооперативов и субсидирование АПК. Из 650 медицинских учреждений, которые будут построены, они в основном будут охвачены сельских населенных пунктов. 32 районные больницы будут построены в районных центрах. Это опять-таки сельские населенные пункты. То есть это этими благами будут пользоваться сельское население. Партия АОЛ будет направлять все свои ресурсы, и людские, и кадровые, и политические ресурсы, и идеологические ресурсы, на разъяснение послания президента и на реализацию послания президента. Потому что это очень важно для нашего общества, в том числе для села и сельского населения.